Инспекция по маломерным судам. Эти судовые документы присутствуют на маломерном суде? При нахождении на речной поверхности каждый судовладелец должен иметь не только судовые документы, обязательно наличие техосмотра, но и спасательный жилет, комплект оснащенности. В случае несоблюдения правил от предупреждения и профилактической беседы до административной ответственности в виде штрафа. Перед выходом в плавание проверять досконально свое маломерное судно и его комплектацию, непосредственно в спасательном жилете эксплуатировать маломерные суда, следить за водными акваториями, за людьми, которые находятся на маломерном судне, а также обращать внимание на тех, кто рядом эксплуатирует маломерные суда, и в случае необходимости оказывать им помощь. С целью предупреждения несчастных случаев на воде специалисты государственной инспекции по маломерным судам регулярно проводят мониторинги, поэтому нарушителям остаться незамеченным вряд ли получится. Однако есть и те, кто к прогулкам на воде оказался неподготовлен и расплатился не штрафом, а собственной жизнью. За истекший период этого года в Брестской области произошел один несчастный случай. Драгичинский район. Деревня Головчицы, водохранилище Головчицкое, эксплуатировался гражданином маломерное судно, не подлежащее регистрации, однако оно было в неисправном техническом состоянии, не было проверено судовладельцем перед выходом на водный объект. Соответственно, и при эксплуатации произошло непредвиденное обстоятельство, при котором, к сожалению, человек погиб. Сегодня, перед тем, как выйти на воду, приводите в порядок свои плавательные средства, оформляйте необходимые документы, чтобы потом не пришлось бояться за свою жизнь, остерегаться встреч с представителями закона и платить штрафы.